Котлетки с овощным гарниром. А какая и ингредиентура, шеф, входит в это блюдо? Говяжий фарш. Да. Немножко тимьяна. Да. Брокколи, болгарский перец, морковка, помидоры, петрушка, зеленый салат, оливковое масло, соль, перец и... И, конечно, магги на второе для замечательных вкусных котлет. Магги на второе для котлет смешиваем с обычной водой. Добавляем в эту ароматную смесь наш фарш. Довольно крупно нарезаем болгарский перец, морковь, капусту, брокколи, томаты. Из фарша формируем котлеты и начинаем обжаривать их на оливковом масле. В это же время на сковороде гриль обжариваем овощи. Не забываем про специи. Готовое блюдо подается с зеленью, с дижонской горчицей, кетчупом или любым другим соусом. Приятного аппетита!